Так. Ледокол надо взять на абордаж. Да ледокол и брать не надо на абордаж. Он же по лед колет. По льду пришел и влез просто туда. Вот. Что-то у меня пинг до 200 практически поднялся, ребят. Здесь явный улын идет, причем... Причем видел это все тиран, я так понимаю. Так, адепты пришли. А что, где у нас... Второй оракул, еще один гейт. Все, пошла, ребята. Противник обнаружил нас. И высокая теперь работает, ребят. Все в порядке. Мы встретили свою судьбу. Так, прилетел оракл, но с викингом оракл бороться не может, ребят, как вы понимаете, поэтому минус. Этот оракул. Здесь в это время марики циклоны пришли и нефть выпиливают. Диги тащи. Диги сейчас тащит учение, грызет гранит науки, походу. После того, как с Ваней не согласился играть на евросервере, отлетел от Кина, как раз, который сейчас... Зигфрида дальше пробревает. Тут медивак прилетает, здесь все, ребятки. Мазеркур падает, еще викинг приходит. Викинга надо посадить. Что я делаю сейчас, Ким? Фламен, конечно, уже забрал. Ребята, 2-0, 2-0. Ну, оппоненты не равны, это очевидно. Тут ничего не поделаешь. ГГ пишет, Зигфрид. Какой-то лаг. Ищет Зигфрид. Какой-то с ресурсом тоже какая-то программная, видимо, там со Старкрафтом связано. Вот. Акейра поддержал ваш канал на 336 рублей и сообщает: привет, Серег. Здорово, Акейрыч, здорово, лишь же уже вроде. Спасибо тебе за поддержос большое. Ждем продолжения, ребят. Технорочки рыты сегодня. Поддержатели мастерские. Так. Блять, технорочки убрал как-то. Ладно, сейчас добавлю опять. Так, да, я его.
Так, ну Кин против Элайва, Пингвин Линоку убил, там Найс идет еще. Спросим у Варди, Варди шарит, как там. На Корее, видимо, идут, потому что Кин против Элайва сейчас будет. Опа, а что с версией игры, ты чё не понял? Дайте-ка я сейчас на Азию попробую зайти, ребят. Чё-таки-то на разных серверах разные версии, что ли, я чё-то не пойму. Ты на Америке не требует, здесь что-то на Азии качает. Что за шляпа вообще он там? Что-то качается вот. Да, играть-то можно, не? О. На форуме куча жалоб на лаги. Ну, будем надеяться, что фиксанут они там эти лаги. Я-то вообще хрен знает, в чем там проблема. Так, тут старый подержался еще вчерашний. А что вообще сейчас, ребят? Вышла же, какой-то патч вышел, и нахрена реплеи уже со старого не работают. Что там меняли-то вообще? Я так понимаю, баланс вообще сейчас пока не трогали или что-то там делали? Какие-то, наверное, устраняли баги там, получается. Так, глубоководный риф, говорит, первая карта у нас тут. Старая версия на Азии, ну, будем надеяться, что так. Короче, Live Kin у нас сейчас полуфинал. Сохраняю, короче.
А, турнир багфикс вообще понятно. Так, прыгаю в игру. Все, спрашивают, Варди, готовы ли пацаны играть? Корейцы, ребят, часто ВТ посмотрим и лайв против Кина. Ну, пока, вот я не знаю, правда, второй полуфинал одновременно, по очереди, хрен его знает. Если одновременно, то мы, в принципе, супер много не потеряем, потому что там Пингвин против победителя Найса и Шана будет биться. Но если будет, то посмотрим и то, как бы тогда дело, естественно. Готов. Лайв. Ким пока ничего не пишет. Поехали. Все, видимо, Ким написал в личку. Варди, погнали. Таймер подбора соперников теперь правильно показывает прошедшее время. А что он там неправильно показывал, я чуть не понял. Ну все, было три, ребят. ТВТ. В принципе, это могло бы быть и финалом данного турнира, я так понимаю. Ты все еще не можешь наблюдать за игрой друга, а что такое сделать собирались, что ли? Это была бы супер функция, потому что можно было бы тогда, например, когда ладерная квалификация на ВЦС идет, вот это последнее жаркое время, вот это вот стримить за, ну, вот, за кем-нибудь там, как там Бла или кто-нибудь из наших, например, ладер катает. Это была бы супер, конечно, функция, это я бы просто был бы супер рад бы из игры. Рядом секреч.
Так, муки на 2, очень ранних газа. Вулаева нет. Нахрен он рабочего закал, при этом до этого не строил, как бы. То есть, если бы он идеально строился, уже бы, ну, он бы секунд бы на 3-4 раньше вышел, и практически не было бы задержки в орбиталке. А так в итоге получилось, что он орбиталку задержал. Так, с цеха на второй поперло. Так, два рипера гелик тут, в общем-то, у Кина есть. Всегда на минуту меньше показывал. В смысле, отсчет, что ли, когда идет этот поиск или что это? Вообще хрен знает, короче, даже никогда вообще не запаривался об этом. Так, у Кина, чуть интересно, тут рабочий взял депоху, прямо рядом с цехой строит. Здесь танчик строится, викинг. Второй уже, кстати, викинг. Но у него нет Рейвена вообще. Ну, прежде чем убить баншу, Лайф потерял 5 рабочих. Ждал он второго викинга, чтобы 100% баншу сбить. Сбить-то сбил. Ну, рабочих хорошо она обстреляла. Так, здесь Марик с рипером. Каточка и точка М поддержал ваш канал на 222 рубля и сообщает: я настоящий Кин. А играет самозванец. Спасибо, Кин. То есть настоящий Кин должен в чате сидеть. Накину предъявить этому, чё он как бы не донатит, нифига, денег не поддерживает, а катает просто там с лайвами всякими. Пошел, кстати, этот всякий лайв вперед, а Кин его встречать собирается с Рейвенами, Циклоном, двумя штучками геликом и мариками, плюс автотурели. А, понял, короче. То есть это Blizzard 7 лет вот эту тему фиксили, ну молодцы, молодцы. Там походу решили, ну и так сойдет, чё как пацаны не парятся, мол, пусть и так работает. Смотрите, какие пробревают лайвовый выход просто и в легкую. Викингов можно посадить, но Ким не рискует тут наверх лезть. Правильно, если бы он полез, здесь викинги в фарш бы превратили все вот это дело бы. Тем временем в ЦЦХ выходит, оба в био играют. ЦЦХ раньше у Кинчика немножечко.
Он до грейда, до орбиталки вообще перелетел. До того, как орбиталку начал грейдить. Айлайф будет грейдить? Да, Айлайф сверху грейдит. Ну в чем плюс перелета сразу вниз? Если, например, у вас с перебором рабочих, а перебора здесь ни одного, ни у другого нет, то тогда вы раньше начнете добывать третью базу, и получается, что эффективнее рабочие все будут. А плюс делать орбиталку сверху в чем? В том, что орбиталка сделается раньше, и те секунды, пока она летит, и все вот это вот происходить будет, она будет копить энергию, то есть у вас второй мул будет раньше готов в итоге. Ну, в целом, конечно, на такой стадии вот более поздней лучше перелететь не грейджин, потому что рабочих лучше перевести, да, потому что там мейн кончается, вторая. Ну, то лайф, наоборот, позже перелетел. Кстати, не тратит энергию, пока не хочет тратить. Только сейчас мулы полетели. То вот сейчас 50 будет на второй базе. Время. Два Марика, Айлай его забревает, Марика Кин, и он вперед идет, а Кин выход делает, у него больше лимита, кстати говоря. Есть чем их хоть встретить. Этот настолько битый, что даже кольнуться не может, застимится. Один застимился сейчас, Марик. А здесь еще и Стим не готов у Кина. За этот-то три рабочих он сейчас и потерял. Так, заходит Кин на третий, Айлай его. Танки в сич. Две автотурели ставятся, конечно, из-за автотурели еще танки чуть раньше стреляют, но почему-то вижена нет. Только он вижен-то просрал, так я чуть не понял. Ну, в любом случае. Опа-на! Только загрузил медивак, сразу какими-то полудохлыми викингами умудрился лайф его сбить, этот медивак, но... Так, танки на халяву убил. Все, танки падают, пора сваливать. А я думал, сейчас удачный дроп будет. Здесь ничего не было вообще, но вот вы видели, что случилось. Пытается Кин. В итоге сам только натерпел здесь из этих попыток. Так, кстати, Кин, тебя надо добавить поддержоста. Прошу прощения, сейчас добавлю. Месторождение меня. Вооружен и опасен. Улучшение завершено. Так, можно бинды поставить. Я постоянно бинды. Вот почему их нельзя по дефолту вывести? Пусть они здесь висят, блин. Вот так вот, что Ctrl-Shift-G, вот это вот забываешь постоянно вывести. А на самом деле можно прикольное что-нибудь увидеть. Так, у Кина 2-2, у Лайва 1-1, и не заказывает он 2-2, потому что у него армори вообще не готов. Зато позицию с лоу-граунда занял, и сейчас на халяву и депушки, и сенсор. Ё-моё, тут сенсор тауэр, как минимум 3 депухи в рейнже танка. Минеральная линия в рейнже танка, тут они долбят там вообще жестко. В это время 6 рабочих минус, что... А, это дроп летает. Ну, Кин, ё-моё, ну что за ошибки такие. Взял, просто отдал полный самый, причем медивак. Так, здесь на стиме идет вниз Кин выбивать Элайва, и ведь выбивает в легкую. Что здесь 118-130, но по лимиту уже проседает Кин немножечко. Так, викинг или что-то, не обратил внимания, медивак летел, минус. Ну, по рабам в плюсе, 2-2, и грейд на танке у Кина значительно раньше будет, а это серьезное преимущество, учитывая то, что по боевому лимиту ситуация, ну, на 22 лимита в плюсе сейчас, вот на 20 ровно в плюсе Элайф. То есть это, если правильную позицию станчиками занимать, это отбиваемая тема, особенно когда преимущество по апгрейдам будет. Так, один там подрезал. Залп, конечно, получил себе в спину, но вот другого танка, ну, ничего страшного там нет. 2-2 доделываются. Газа 1000 у Кина можно, кстати говоря, спокойно сейчас заказывать. 3-3 будут. Так, лайф дропает с тремя Кину на мейн. И Кин решил полететь четырьмя медиваками Элайву на вторую. У Элайва здесь прирост есть, а у Кина что? А у Кина ни хрена нет на мейне, вот в чем проблема.
Очень неприятный дроп. Прилетел Кин, видит здесь у Лаева прирост, дропнулся вот сюда, сбрил вот цеху резко. В итоге, третью атаку потерял, инженерку потерял. Один из персема Кин потерял, здесь дроп вниз пошел. Решил теперь обойти, полгода обходил, уже Элайв привел сюда юнитов своих. Короче, Элайв сейчас и по 2-2, и по апгрейдам сравняется, а это уже плохо. Почему? Потому что боевого-то у него больше все время было, только сейчас более-менее ровно стало. Чункин потерял 15 рабочих, у него все лучше было. Но увидели, что у него экономика-то у него все время лучше была. У него 4-я есть, в отличие от так, Элайва-то получается. 3-3, все-таки Кин все равно раньше, чем Элай, кстати, заказывает. Все равно, то есть, по апгрейдам хорошо. Ну, вот опять мейн не прикрыт вообще ничем. Побоялся что-то Элай залетать. По-моему, можно было легко мимо пролететь. А вот теперь можно и дропнуться, потому что выход пошел от Элайва к четвертой планетарке. На планетарку нужно танки вести, иначе пробито сейчас будет в мясо. А в это время дроп на мейн, и, кстати, на мейн-то прекрасно он зайдет, танчиков там мало. Так, за планетарку, зачем за-то? Вот сюда разложи, чтобы ее не убил. Так, дроп хороший на мейн проходит, 4 медивака в этом дропе мариков. Ну, танчики снизу засиджились, но они не прикрывают дальние подступы, точнее, не прикрывают всю базу, а не дальние подступы, это я чуть гаражок. То есть просто сейчас Кин начинает шатать и шатает великолепно. 3-3 прям, блин, и опять 3-3 ё-мо, опять 3-3 просрал. Да как так-то, блин, два раза за игру просрать 3-3 апгрейды делающиеся, причем уже наполовине в этот раз. Здесь вторую атаку, правда, Кин отменит сейчас. То есть тоже хорошо, на хорошей стадии готовности. В это время Кин еще вынес третью базу. И на четвертой-то орбиталка, а не планетар. Причем он фокусит именно цецехи, а Элайв не пытается чинить. Элайв дропается на мейн гигантским дропом. Что плохо, конечно, очень для Кина, это то, что у Элайва танков очень много. Но у Кина тоже они есть, но... Продакшн-то Элайв забирает, Кину получается. Нужно, да, нужно срочно уводить бараки. Все здания, которые возможность есть увести, надо уводить сейчас. А где 3-3, кстати, здесь делается? Я что-то не пойму. А, вот, прям под приростом. Нет, а здесь, да, 3-3 ничего не сделаешь. Так, 3 медивак там на третью полетели. Есть викинг один у Кина. Надо идти вот это как-то выгонять все дело. А как выгонишь? Нужен... Вот, сажай старпорт, один либератор, просто танки блочить, и все, нормально будет. Ну, кстати, либератор тоже. Здесь дальность танчиков этих вот сюда, если сканить будет, сюда ничего вот не дропнуть даже. Все перекрыто, то есть до края получается. Сюда танк скрытно не послышишь. Можно было бы сюда, если бы дальность доставала, танки перевести, рассиджить их и либератор сюда разложить. Да, они мариков отгоняли, а так их и не завезешь, то сюда получается. Пошел, танки выбил. Ну и все, сейчас цеху будет напрягать жестко. В это время Кин идет, заходит к Алайву. Мариков атаки третьей нет, то есть грейды чуточку похуже. Так, инженерку сбрил. Очень важно сбривать инженерку, когда уже 3-3 его оппонент. Не, ну, конечно же, может сказать, да я рейндж туреток законтрил и броню на здании. Да какая тут она нахер никому в такой игре не нужна. Здесь все ресурсы тратятся в боевые юниты. Так, пошла атака, очередная от Элайва вниз. Ну, Кин
вроде как перекрывает все. Мариками пытается найти, где же уязвимое какое-то направление. Вот здесь халявная ЦЦ-ха третья. Можно и нужно забирать даже. Сначала, правда, рабочих нужно попытаться забрать некоторое количество. Попытался кин ЦЦ-ху выпилить, но нет, так просто здесь не выпилить. Это плохая идея. Так, либераторы есть, ну... Либератор нужно чем-то прикрывать, получается. Так, здесь залп делают по марикам, нормальный залп. Ну и кин вот этой группы, он не... Он как бы держит напряжение лайва, получается. Он на самом деле не... Вот эти лайва цеха, она вот новую восстановил. Он не пытается вот это вот выбить дело. А вот чтобы вот это дело выбить, здесь просто мариков достаточно много нужно, и все. Ух, как тут, какое нагромождение продакшена, просто жесть вообще. Идет кин вперед, ну тут развалили кина, кажется, танчики. Деваки лечат, ну тут мариков больше, плюс у них на грейд больше сейчас. С мейна перелетает на продакшен. Элайф пишет ГГ, увидев всю эту мощность продакшена. А почему он пишет ГГ, если лимит вообще одинаковый? Я где-то, может, что-то пропустил сейчас, не знаю. Так, вторую карту уйдем. Фу, прошу прощения, Пингвин Найс там. Второй полуфинал. Не знаю, ждут они эти Пингвин Найс или... Уже играют где-то, ну, наверное. Прыгаю в игру. Так, кто такие Пингвин и Найс? Ну, Пингвин он кореец, а Найс он из Тайваня, тайваньский проц. Найс и Хэс, собственно говоря. А тут Кин один повел. Кин что-то мощнявит сейчас и шатает своего оппонента. Так, я рекламу пока пельну. Готов.
Здорово, Гекс, спасибо тебе. Все будет нормально. По-любому. Так, ну что же, пацаны. Опа. Опа. Что случилось? Что-то прилагнуло, ребят. Пинг подпрыгнул аж до 1000. Раньше такое частенько бывало у меня и в Варде, но последнее время, ну, вот этого все меньше и меньше происходит, этой темы, как бы. Странно, что опять возобновилась эта вся туфта. Долетался, ё-моё, Ихтиандр. Куда вот летит-то так резво, Кин, я чуть не понимаю. Залетел рипером так, что его сбили просто, убили в легкую. Минка 6 мариков вперед полетела. Походу сейчас рестримить придет, что за хрень? Так, короче, я ливну, походу, сейчас, ребят. То есть стрим не падает, это точно батл. Это точно из-за вот эти всей, короче, хренотни. Патчи, походу, каких-то. Я не знаю, о чем прикол. Хотя не, вот сейчас в скайпе у меня что-то тут все разорвалось. Ну, стрим идет. Что-то вообще не вкурило, в чем прикол. Короче, выхожу. А чё, в чём прикол, я чуть не понял. Значит, это я не батл, но... А вот скайпе тут установилось. Вы гоните ему. Ща, ребят, перезайду я, короче, тогда сейчас. Вообще без понятия, что творится-то вообще. Что творится? Ой, что ой-то, бля. Как меня бесит, когда эти говноверсии выходят. Как же вот все здесь херово продумано, блин.
Мало того, что реплей не посмотреть, так еще. Там меня дропает, я смотрю. Do this then. Oil mine is going to drop down, and Marines too, as we're going to be seeing the King going to reposition. Good positioning out of alive, just to deny this right from the get-go. This King going to come around the right side and just have a little bit of a look to see where he can jump on into. Vikings on the way up on either side as well, and yeah, just trying to get this. Картинка подвисла, но поток не разрывался почему-то. Я вообще не понял, почему такая хрень происходит. Крючкин здесь шатает. Again, it's pretty much one of the only kind of good aggressive kind of features of the map. Again, other than this, it's very easy to defend multiple bases. Летает, и лайф пока держится. Try and make the most of this right now. Drops off one marine. We'll actually just keep the other two in the minute back. Continues back towards his own side of the map. Third CC on the way down from Keen already. It's alive. Not showing us any sort of further kind of buildings just yet. It's not building up any further units or anything along those lines. Just see a couple of Reapers. Not terribly, scout out ahead of time. Let's see what else is coming. Super duper Niels, dude. Every time you resub, I swear down, it just feels as though it's been so recently since you last resubbed. It's crazy. Thank you so much for the tea. Так, Лайф, кажется, выход какой-то собрался делать. Я буду следить периодически за батлнетом. Alright, Marines and tanks from alive coming through the center of the map, and continue to push up here, see what else they can get up to in the next few moments. Ну, все не понял, в чем прикол. Yeah, I mean, a couple of Reapers out front here as well from alive, just sort of set tight and getting ready to go. Again, more Marines continue to come on out, and Keen's got a couple of tanks of his own, so as long as they're positioned close enough to the front, he should be kind of okay with this. One thing he'll be missing, I think, more than anything, is air control. And that's what the kind of real threat is here, I suppose. The Vikings and the Raven already will make life so, so difficult. Так, 83, 80. Ой-ой-ой, тут опасно-то как. ЦЦ-ха летит у Кина. Похоже, что это вообще минус ЦЦ. 7 кс престиги активирует премиум 6 месяцев. О, спасибо, 70 престиж, ни хрена себе ты тут. На пол гадешника влепил, спасибо тебе. По-моему, Лайф тут просто Кина что-то унижает. Продакшн падает, танки падают, бараки падают. Все вообще падают. Не, ну тут 1-1 походу у нас, или я не знаю. Так, секундочку. Потом перезвоню я. Again, we'll see that lift up and move in towards the main basement of the line, perhaps, but oh, the Vikings are here. And so the medevac goes down without anything further happening. Дожимает тут лайф. Ну, короче, 1-1, ребята. Попёрся Кин туда биться. Ну, тут три танка так покрошило, жесть. Вообще, марики перестимленные, без щитов. Плюс еще 10 марики подошли. Вообще, в мясо, короче, разгромили. Очевидно, что все плохо. Прикольно, что ввели эту функцию на премиум. Много сразу подписываться. Вижу, что люди это делают. Спасибо всем, X Prestige. Спасибо всем, пацаны.
меняйте картинки вот там вручную в настройках чатика, чтобы можно было выбирать, да, как бы вам на премиум там 6 месяцев это муталис, точно год архон белый, 3 месяца зелок, месяц линк, ну а 2 года батлкрузер. Ну и еще 5 ведут в перспективе ближайшие, то есть можно будет сразу там на 2 года подписываться и получать картинки крутые. У меня есть идея, ну там JS продумал, не буду раскрывать все секреты сразу, но там будет мощные юниты, там будут в том числе красный архон, который отсутствует. Так. ТСМ готов. ТСМ готов. Все, он слал смс, уж потом перезвоню. Короче говоря, Reaper Уэлл Лайва в факту, соответственно, здесь у нас то же самое. Абсолютно кино рабочую. Рабочую кино попозже строится. Сейчас вот он отстает, поэтому. Ну сколько? На 5 секунд где-то он отстает по рабочему. Это несущественная, конечно, вещь. Короче, пострелялись и улетают оба назад. Иначе риперы либо самоликвидируются, либо кто-то на халяву может проиграть, как бы, и никто не хочет до конца биться. Много ТВТ. Ну, финал точно будет не ТВТ, я думаю, почему. Может, пингвин кореец вроде как зерк, а найс тайванец протс. Кто там победит, я без понятия. Наверное, кореец посильнее все-таки, но я не уверен в этом. Ну а тут у нас решающая карта получается. Убиваешь против Кина. Садится Старпорт, Банша, инвизная у Кина. Гелик плюс 2 рипера заедет. Здесь 4 аж целых Марика плюс... Плюс рипер и гелик, но... Вот куда лезет? Краснищим рипером и лезет вперед. Ну, просто вот два рипера и гелик мобильные, благодаря гранаткам, они мариков вообще преимущество нивелируют. То есть, просто кидаешь туда гранатку и отступаешь. Так, почему для айфонов нет приложения ГГ? Есть, было же вроде приложение. Я просто вообще мобильных не шарю, но писали, есть и Android какое-то приложение, есть и Apple-овское какое-то там. iOS-овское приложение тоже было вроде. Ты спроси в чатике лучше, я думаю, кто-нибудь скинет, где там чего. Я в этом вообще как бы, ну, по приложениям для мобильных телефонов не шарю, как бы, как там что есть, но просто оно там типа неофициально, ну, как бы как-то особенное, его может там надо врубать, я не помню. Вроде было что-то там в чате писали просто. Потому что очень много с яблочными даже значками в чате как бы сидит, как бы, значит, смотрит.
Так, минус банша. Сбивает Элай, вообще изи ее. Два рабочих она убила. В это время трипер пытается залететь. Здесь три гелика. Куда он летит-то? Все, минус рипер. Последний шнур сделал. Гранату поставил. Так, здесь гелик с баншой разминулся. Надо скрытно залететь аккуратно сейчас. И попытаться хоть несколько рабочих убить, а то... Иначе эффективность банши будет не очень высокая, естественно. Так, 1-1 делает Ким. По грейдам стабильно у него как-то получше. Два Марика срезал. Моментально. Четыре рабочих. А чё боится-то, я не понял. Боялся, главное, могу. Ой, еще и вышел из Ранджаскана. Просто царь кинческий. Ну это унизил что-то Кин вообще экономику и лайва, ребят. По-моему, это ГГ уже. Я не знаю, как оправиться от такого удара. Там третий СЦФ. Как вообще это произошло-то, как я не понял. Через шип все прокликал. 15 рабочих, 50 на 31. Ну, это вообще жесть. В чем видел мариками, главное, баншу. Ну, то есть, получается, я понимаю, почему теперь не кидал скан. Даже циклоном и двумя викингами не убил. Но, как по мне, в такой ситуации лучше сразу кинуть скан на упреждение, чтобы она поменьше рабуху убила его. Ну, вот отогнать ее, может быть, потом он не стал бы кин харасить. Так, минус гелик, 93-82. Армори у Кина 1-1 уже доделался, все грейды у него лучше делаются. Плюс 2 барака, 5 сейчас будет из 3 бака. Ну да, там что-то работают, перерабатывают. Может там оно как-то работает, не те приложения. Так, три танка. Попытка дропнуться, которая может вернуть тела его в игру, или даже победу ему принести. Танчик сиджит на сразу. Оо, сиджится прям под пехотой. Ким заходит, и лайф великолепный дроп делает. Ну, что тут? Это минус у тебя база будет. Кину вообще. Я не знаю, что здесь ему делать. Старпорт минус, факта минус. Ну, вот, посмотрите, какое преимущество по экономике. Ну неужели не поставить сенсорку или турет какие-то, что-нибудь? Причем, посмотрите, очень часто я уделяю внимание тому, как игроки ставят здания. И, как вы видите, здание крайне неудачно поставлено у Кина. То есть, во-первых, инженерки можно сюда... Вот, здесь, смотри, сколько свободного пространства. Вот это все, где грейды делают, ставить здесь. Тогда будет больше пространства, чтобы пройти здесь. И здесь еще и в стенку он поставил, что он просто сюда нормально выбежать не мог. Если было бы нормально все стояло, то есть стенешься мариками, танки через так посылаешь, рабочих срываешь. Да, всех рабов там на мэй не потерял, но зато отбился бы, блин. Так, гелики третью там сожгли. У Кина зато доделываются 2-2, доделываются щиты на мариков. И в итоге более-менее еще там ситуация получается. Так, танчик ближе подходит к инженерке. Викинги контролятся, ЦЦФ отдавать ни в коем случае нельзя. Здесь с одним медиваком все это движение происходит. Что очень плохо. Так, танчики сижили. Элай вперед поломился. Просто смотрите, танчик один пытается подрезать. 1, 2 и 3 подрезает. Один всего лишь удар. Получить нет, один танк, кстати, выжил. Все-таки ЦЦФу нужно срочно поднять. Что-то она дэмэджа получает. Барак падает очередной. Что ж творится-то, блин? Боевой лимит пока одинаковый, чинишь, ты ее подними, уведи, сейчас убьют, убили ЦЦху, ё-моё. И здесь выход идет. Так, Элайв Кин привел сюда все, чтобы здесь забрить Элайвовскую вот этот дроп, наконец-таки. А в это время Элайв пришел и забривает Кину третью базу, пытается, по крайней мере, забрить. Но 2-2 био, 1-1 био, как бы это... Бараки надо поднимать и идти уже уходить бараками. Почему? Кин тут... Топориться сейчас на самом деле и
Перезвоню я. Так, Кин стопорится и что-то, ну... Ни хрена у него не получается. Залетает Марик и танки минус. В итоге... Еле-еле отбивать. Кстати, по лимиту все еще в плюсе. Там тоже 2-2 я лайф заказал. ЦЦ-ху, посмотрите, цел... Блин, новейшую ЦЦ-ху отдал просто. Ну как новейшую, там энергия была в ней. Блин, вот это вообще было фейл, конечно. 3-3, может, при этом все-таки не заказ. Так минералов не хватает сильно очень. На 3-3 здесь марики возвращаются. Можно пару сканов сюда кинуть легко. Точнее, пару мулов туда кинуть легко. Добыча продала 120 114, рабочих больше, лимиты равные. Уп, сенсорка здесь, смотрите, стоит. Надо выпилить эту сенсорку нахрен. Зачем она вообще здесь нужна? Танки сейчас выбьют ее. Странный скан такой. Краешка. А нет, это скан, вот ответный. Это уже этот скан был от Элаева красного тирана, получается. Дроп на мэн откину. Хороший дроп залет. Ой, грейды подставляются. Что ж ты атакуешь? Что он там грейды делают? Сёма сбривает сразу танки кин. Грейд не сбрил пока. Ну, отступает немножечко назад под свои танчики. Марики против Марик. Конечно, на 2-2 марики бьются эффективнее. Но все равно этого недостаточно. И 900 хп здесь. Так, в это время дроп. Вот почему не дофокусил, я уверен. Вычинил, да, конечно, вычинил грейд это. Ну, кстати, он успел бы доделаться, даже если бы не вычинил у нас лайф. И Кин слился, посмотрите, слил свою армию по апгрейдам в итоге. Идут более-менее, ну, не более-менее, а даже у Лайва лучше стало, потому что у него на танке есть атака теперь, а у Кина нет. Зато Кин 3-3 заказывает. Так, ну вот этот дроп уже значительно удачнее получается, чем предыдущий со стороны Кина. 105-117, лайф еще все в пути здесь, ходит пока что в попытке атаковать, но я чуть не понял, почему танк-то ХГ, почему здесь вообще на лоу-граунд не прикрывает Кин, понятия не имею, если честно. В итоге, ой, ЦЦ-хи две тут поставят. Старфур падает, одна цеха пытается улететь, вторая зависла. Но ведь там же депошечки, там ведь много чего происходит. А, в это время еще дроп от Кина и вниз идет. Здесь продакшн ушат. Ну, кстати, сам-то продакшн сохранил, получается. Хоть и ресурсов нет, но... Так, танчики подходят. Сразу громить там Элайв танк Кину. Кин убивать. Пытается танк Элайв. Вот остался один полудохлый танк. Кина лимита меньше, 42-67 по боевому даже. Даже по боевому меньше, надо загрузиться и прям на танк дропнуться сейчас. Что и делает Кин сейчас. Марики, даже КСМки мариков умудряются выпиливать. Продакшн выпиливает по чуть-чуть Кин. Стоит отметить. Лайву наверх так просто не зайти будет. Кстати, здесь еще и ресурсы, между прочим, на мэне остаются. Цеху надо посадить. И начать что-то там строить уже наконец-то. Здесь саплай блока нету, только сейчас саплай блок будет. Танк, кстати, в ней без сиджа почему-то. Марики на 3-3 сейчас будут. А где еще инженерка? Ну вот она еще инженерка. Викинги выпилены, танки выпилены. Так, зашел Элайв, как он умудрился пробиться-то, я не понял сюда. И на 3-3 у Лайва третья атака делается. Неужели Кин не видит, что третья атака пилится здесь?
Остается 9 секунд. Можно еще выбить, успеть. Ни хрена уже не успеть выбить. Третья доделается. 3 секунды до грейда. Размен идет полный. Здесь цицих пытаются улететь. Как же Кин медленно соображает. Кстати, здесь еще и ничья какая-нибудь может быть, как мне кажется. Хотя в лоб пробьет и лайф Кина, конечно. Обе цицихи подохли. А здесь что? Здесь Мариков всего 4 штуки, но цицеху тоже, смотрите, ни у кого цицех не останется. Кто в лоб победит, тот и молодец. КСМ их сливает, Кин и Лайву. Цицеху не спасти. И нет 400 ни у кого, кстати говоря. Танчики здесь бреют, здание чуть-чуть. Ну, умудрился вар... О! Офигеть, у Элайва бараков нет, ребята, у Элайва здание или... А, не, погодите, строят один, он успел закатить, да. Есть ресы, как бы один барак успел закатить, потому что депохи есть. Но вот этот барак и будет ключевым моментом, вообще. Здесь нечем сбить вот эти, вообще жесть, а не игра какая-то. Ну, на ничью уже наиграл Кин, как вы видите. А, еще есть здесь здание, это киновское летит. Ну и все, ничья по ходу дела. Не знаю, как это кончится, может еще. Все, и лайф не может убить Кину, никак здание. У Кина, даже если Кин все просрет сейчас, вообще все. Все будет ничья. Эрия пишет. А Кин что спрашивает? Не, ну здесь слишком много медиваков. Тут и танк есть, как бы. Да не. Тут только 3 танка преимущество у Кина. Все, как бы. И это, ну, чушь вообще. Тут он в лоб никак не пройдет. Это ничья стопудовая. Четыре. Вот 3 на 4 карты у нас растянулось. Сейчас я быстренько позвоню, пока пауза. Все, ребята, я здесь. Денег нет, спрашивает, отвечаешь сюда. Это ты по-корейски шаришь. Ну вот так вот, ребята, 4-я карта у нас в этом GO3. Пингвин против Найса, еще, так понимаю, не сыграли даже. Сейчас будет понятно далее, там, ждут ли они стрима или...
просто не отрепорчено. ASM готов. Улучшение командного центра завершено. Смерть на полезе готов. Так, ну короче, у Кинорипера и танчик здесь. И циклон, простите, делает с факты. А в ответку Старпорт строит. Точнее, не в ответку, а Старпорт в прокси делает Кин. А что же Лайв? Старпорт на лабу сажает сейчас. Во как. То есть это либо Рейвен, либо Банша. Это Банша, но это Либератор. А Либератор-то что? Во-первых, он может блокануть здесь минералы. Плюс он и Баншу нормально сбивает. Получается. Хоть у Либераторов и нет бонуса, сейчас, насколько я помню, по легким же нет сейчас бонуса. Все равно нормально Баншу атаковать он будет. Так, залетает реперок разведывательный. Проверяйте, что к чему. Пытался спрыгнуть, ну спрыгнул, но здесь-то циклон тоже с рипером есть. Еще один рипер прилетает, очуметь просто. Либератор врывается, нужно сейчас будет отменять, короче, все. Да, теперь по всем петоч бьет и либератор. А в это время попытка отменить идет все там. Ай, как, блин, сейчас могло циклону забрать, ребят. КСМ-ки ошибаются, здесь ходят под атакой. В это время с Баншой тут вроде как отбился у нас Элайф на дальней базе, но Либератор выпилен. А после Либератора и Банша... О, это ты Старфорд поехал. А, учишь корейский. Это хорошо. Приходи почаще на корейцев, будешь нам говорить, что они там базарят. Все, циклон выпилен, здесь тоже вроде как отбился. Второй полуфинал, возможно, уже был. Я не знаю, пингвин кореец кто? Ну, вроде зергом пингвин был. И найс, тайваньский просто. То есть, скорее всего, ПВЗ там. Но насчет пингвина я не буду утверждать, что он точно стопудово зерг. Так, Рейвен есть у Элайва уже. Сам Баншой прилетает, давай в Кину. Сейчас и Кин сам прилетит к Элайву. Туретки поставлены, да туретка хитро, вот за хитрожопу поставленную туретку сейчас скин может поплатиться, блин, просто большим количеством рабочих. Банша чудом выживает, а здесь двумя, что ли, будет врыв баншами, я чуть не понимаю. Да, походу двумя, ну а сплетануть там между мейном и второй получается. Так, готов инвиз. Куда точка сбора-то стоит, не пойму. Надо синхронизировать врыв-то баншами вот этими двумя. Уж здесь Рейвен... Так, а где Рейвен, кстати? Вот он, на второй Рейвен висит. Банша в наглую здесь как-то летает прям. Рейвен уходит, здесь вычинивается. Вторая залетает, в то время как Рейвен полетел на мейн со второй базы. На вторую прилетает Банша, и план удается здесь, в принципе, вот. Сейчас Рейвен полетит вниз, а на мейне опять Банша начал. Ё-моё, какая вообще дичь происходит, я вам честно скажу. Опять 13 рабочих минус, это жесть вообще. 15 рабочих минус, то есть нечто подобное в предыдущей игре, но в предыдущей игре сделал лайфдроп один и просто вернулся в игру.
2 барака добавляю. Видите, где вот он реактор. Здесь 2 еще для Стима, видимо. Здесь лава есть на бараке, но ничего не происходит. Так, кстати, выход мощный-то какой пошел. 3 циклона, 9 марик, фуалайва. Ревен, у которого энергии, кстати, скоро 200 будет. 3 викинга, банша. А здесь что? Банша, рипер, 3 циклона, 8 мариков. Все. Зато бункер есть. Так как здесь нет танков, бункер уже и не продавить-то, скорее всего, будет. Сканет и лайф. А, здесь даже 2 бункера, ни хрена себе. А, и здесь и танк даже есть. Это тем более все замечательно. Танк сижится, бункеры пытаются пробить у нас. И лайф не так просто, оказывается, это сделать. Прилетает Баншуга сейчас на захват. Ее делает, захватывается. Лайф пишет ГГ. 2-1, 4 игры потребовалось. 4 карты, чтобы выяснить победителя в бот-3, потому что ничья была одна. У нас редко это бывает, но... Так. Сейчас, ребят, я в игру войду, поставлю ФП, который сейчас будет, и нужно позвонить мне будет. Точнее, я позвоню сейчас еще, но нужно будет отойти мне. Что-то кофе начал напрашиваться серьезно уже. Секундочку. Так, все, здесь, ребят. Так, Найс против Пингвина, ребят, сейчас будет. Не начинали полуфинал пока еще. Вот, значит, мы посмотрим его тоже. Так, 16.
больше часа. Вот три шло, вот это предыдущее. Но это точно таким долгим не должно быть, хотя загадывать не хочу. Так, пошел инвайт от пингвинчика, спасибо ему. Так, мог бы создать, конечно, и с геймхартовским модом, но пусть как есть будет, чё. Так, сейчас я убежусь, что тут чеза какого-то сверхраннего не будет, и отойду на минутки-две где-то. Пилонная ставь? Нет, чеза не будет. Сейчас я приду, ребят, подождите. Твои зонды напали! На твои зонды напали! Следи за ними! Слава Деламам! Кто-то овнит твои зонды! Все, ребят, извиняюсь. Короче, запись будет выложена на YouTube данного турнира, потому что я здесь официально абсолютно стримлю из игры. Вот, не знаю, что здесь происходило. Пока что две собаки все еще погибли. Ну, адепт пришел, подхарасил, все. На, и сухое домой. Вот, на турник не ходил пока. На, скоро сходи будет. Адепт улетает, иллюзия. Контроль ты его, ёпт, слышим, скруш.
Ушел на 14 хп, мало осталось хп, конечно. Надо за сталкера его ставить, поэтому, а не перед, иначе сразу сгрызут собаки. Решил перед оставить, зачем? Конечно, минус адепт сразу. Два гейта, старгейт, три гейта, оракула, потом феникс, и оракул прилетает сейчас к мейну пингвинскому. Я он так решил сразу встать с Харас. Ну, личинки коконы, по крайней мере, стазиса можно в луч стабильно личинки коконы, то есть задерживать рабочих готовность, да? Но... Как-то вот так вот, короче. Так, плюс у Найса 5 гитсити, смотрите, плюс 2 гейта, дистинка и 5. Вот я смотрю, и тайваньцы-то вот эти Хэз, Найс, они неплохо отыгрывают достаточно. Очень даже, я бы сказал, неплохо они отыгрывают. Феникс здесь оверов шатает, Гидра Дэн доделывается у пингвина. В это время стазис Харас идет. Реагирует. Здесь пингвин, молодец. Какой у него ПМ? Фига 400. Ну это был пингвин, как есть стример пингвин, короче. И пингвин со швейцарским, короче, таким этим он был флагом, как, по-моему, если мне память не изменяет. А это совсем не тот пингвин, это другой пингвин вообще. Какой-то крутой пингвин. Так. Гидра, Роучи, Рейвенджеры. Здесь адепта... Ну как? Похвалил я, конечно, сейчас тайваньцев, но он... Адепт Олын решил, что слишком силен и идет вперед, короче, просто. Так, собак расковырял. Адепты прорываются на мейн прямо. К ним присоединяется Даварп, еще адептов значительнее, чем Даварп. И, между прочим, здесь гидры достаточно много, и я еще не понимаю, как эта гидра будет сопротивляться против адептов. Ну как, если так ублюдочно будет телепортироваться, а другого слова мне не подобрать здесь даже Найс. Во-первых, попадая под фаербулы, во-вторых, мимо вообще юнитов всех. Призма, кстати, еле живая, призма падает, провал полный. Потеря призмы это равноценно проигрышу в такой игре, потому что тут пуш нельзя прерывать. Здесь постоянно должен быть давар, роучи, гидры хватает, чтобы выбить все практически. Адепты по 3 залетают, правда, на вторую. Ну, рабочих убивают. А дальше-то 67-120 по лимиту. Не вариант, ребята, не вариант. Смело можно писать. Хотя, смотрите, робо 2, робо Б. То есть, если успеть пару хотя бы дестабилизаторов построить, может быть, что-то и получилось. Пока боевого лимита 3 сантри, мазер шипор. Все. Призма еще сейчас будет. А, феникс еще есть. И сталкер где-то. Где сталкер? Вот он в рампе стоит. Все, больше ничего нет. Здорово, Зила, 62 рус. Еще в ритм залетает. Минус призма, ребят, ну это стопудово вообще провал. А, это даже не дестабилизатор, это вообще колосс из двух роботиксов от пингвина. Кстати, экономика-то у него вполне приличная. То есть, о, прости, у пингвина, у Найса.
А пингвин его не пытается добить, он сейчас просто колоссов он если наштампует, так и нормально все. Вот, нет, с четвертый пошел. Ну да, швейцарец, он менеджер пингвин там какой-то был, я помню просто, что был пингвин, и как бы он к этому пингвину отношения, так понимаю, не имеет. Какой-то новый кореец, в общем. Так, пингвин – полярное животное, зоопарк ты их сейчас видел. Да, полярное животное, и вообще это птица. Короче, дичь, ты мне какую-то втираешь здесь. Так что давайте игру смотреть. Так, ну что, овер-минус, ребят. Пять еще плюток добавляется на золоте пингвинам. Он идет вперед, здесь 4 колосса уже здесь есть. Колосса, они же. 2 фаржи работают, скоро будет чаш уже готов, кстати говоря. Да, варп еще зилков, сын, 358-185, и все, у Найса все уже замечательно, блин. Ну, потому что улынет Протас, а Зерк его не наказывает за проваленный улын потом. Вот в итоге получает пингвин то, что сейчас имеет. Протас с колоссами и Бейлингу в камне. О, как хорошо, давай, туши их, сука, денег много. Ща Бейлингами камни затушим, говорит пингвин, нормально вкатились. Бейлинги только... Совсем не рады, походу. Так, давар взилотов на чаш же 8 штук. Гидроден и шпиль здесь, кстати говоря. Сначала бы шпиль бы выпилил бы. Хату потом через шип выпилил бы. Лучше бы шпиль выпилил, отвечаю. Так, пусть шпиль вообще не контролит пока сделков у нас. Выход тут от пингвина, простите, от Найса по центру идет. Заходит на этот крипа, выбивает. Ну, внимателен пока что. Надо еще крепко уровень. Где призма-то? Здесь тоже только что призму я наблюдал. Вот она. Ну и 2 призмы с 2 сторон. Иди вперед. 200 лимита. Че он бегает туда-сюда? Тоже не пойму. Вторая атака сейчас будет готова. Грейды хорошие. Тут вайперы сейчас дождется. Вайперов. Так. Атака, у Зерга там все в одном контуре просто сбинжено, походу, было. Вот поэтому так, ё-моё, как тут Найс сам себя зажимает, филдар жесть вообще. Колосса юнитов не прикрывает, контроль убогенький пока что был какой-то. Но все равно Найс продолжает давить. Что такое-то? Какие-то дропы, ребят. Мой папа не всегда первым делом разрабатывал это. Месторождению конец. Мы таким темпами должен подняться. Стрим сейчас был 181-116. Не получается Найсу здесь продавить. И пингвин пробревает, короче говоря. Атакованный.
все, ребят, сейчас у вас должно быть все. Я не знаю. Мне позвонил мой, ну, кореш и сказал, что у него такой же, как у меня, провайдер, что у него вообще, как бы, провод не детектится, и даже в кабинет не зайти в личный, то есть это у него лана получается, вообще нет, как бы, вот, ну, типа, уходил, все нормально, может, все-таки это на провайдере косяк, и у него тоже, не знаю, но у меня это все работает, но чуть-чуть как-то сегодня, ну, вот, не звонят. Эго, Найс пишет, 1-0. Не могу вам точно сказать, в чем дело. Спасибо, Найсу, за инвайт. Все, это у вас задержки лагает. У меня дропы были в плее, в этом, в опсе 1000 дропов. Но сейчас и проседал FPS, кэш битрейт проседал. Не FPS, битрейт проседал там до двух, ниже 2К он почему-то падал. Ну, это с интернет что-то косячил, я так понимаю. Сейчас все в порядке и дальше не должно быть лагов. Вот, так что вы F5 нажмите, там, я думаю, все нормально будет. Просто обновитесь на всякий случай. Хотя чему это поможет, да ничему, наверное, не должно это помогать. А падало, наверное, из-за вот как раз тех дропов. Как мне кажется. Так, ребят, давайте вторую карту, ладно, смотреть чудо. Спамят на Твиче какие-то клипы кто-то. У чела где бомбануло, fuck you, там написал кому-то там. Так, ну что же, ребят,
16 собак делает сейчас, как вы видите, пингвин. Вообще он улынет, по-моему, здесь очень не слабо. Здесь он улынет. Так, собачки выходят. Оп, уже окружили кусать адепта, но он ушел просто сейчас. Так, прибегают собаки. Начинается нагрызалити полнейшая здесь. Ну, пилом здесь даже не взрыть. Закрылся, закрылся здесь просто. Ну, пингвин тоже переходит уже макро, получается. Зачем-то достроил здесь, я чуть не понял, зачем, правда. Пилон закрылся полностью. Видит Dark Shinzer прекрасно сейчас. Опа, чарж пошел. Плюс, короче, это архоны плюс в перспективе изилкит. Сначала 3 дарка, почему 3-то только их, не 4 здесь. Кстати, уже скорость заказана роучем, я насколько вижу. Райт-кликом в хату пытается сейчас сбрить, найс. Соответственно, ее, эту хату. Королева упала, вот это плохо, что королева упала. Хата не погибнет, я думаю. Хотя, кстати, на грани 4 дарка. Ё-моё, здесь собаки не успеют хату отбить. Пингвин бегает за вперед. Все, хату, найс, минус, ну. Попёрли роучи. Это вообще бред тоже. Зарк сейчас хату потерял. Это, конечно, ущербность вообще конкретно. Здесь надо, вон, смотрите. Ну, надо пока добывать вторую, наверное. Плюс еще 2, плюс архоны. Плюс Immortal, плюс Sentry. Там, третий Никс пошел. Нет, все-таки в макро выходит, не улынет здесь. Найс. Ну, может быть, он сейчас вот... Да, пошли гиты. Наверное, он третью поставит, но ее раскачивать не будет. Вперед пойдет, скорее всего. 4... А, 4 плюс 4, да, формула. То есть 4 гита есть, и 4 будет. Будет 8, значит, в перспективе. Ну, а с 8 уже приятно пушить можно. Шатает оверов, летает. Все, что может, пока летает, шатает. Собак, вот овер еще один висит. Так, да, пошел выход, ребят, смотрите. Два Эмортла, 4 Архона, Зелки, 8 штук. Так, здесь на халяву, смотрите, пингвин видит, найс. Опа, как фаерболы по мазеркору. Так, легли-то плотненько, я сказал. Билды неплохие пошли. Зелки пришли, растоптали Зилотов в мясо просто. Фаербул это мимо кидает, вообще пингвин не понять куда. Похоже, что это игра для найса и... Архонов сажал бы дэм, это нафиг вообще замечательно было бы. Не понятно, что пингвин тут какой-то кантинг делает. Абсолютно непонятный мне, который неэффективен, по-моему, совсем. Так, здесь Азилки плюс Архон пытается зайти наверх. Заходит там. Реводжер только вылупился, сразу погиб. Конечно, это печаль полная. Ну, ГГ пора писать, это 1-1. Видите, потери просто нереально. Пингвин, так. Надо нам перемоток никаких. Т
Так, уже 5 часов. Человеку отзвониться, потому что футбол собрались посмотреть вроде как, а я, наверное, на велике быстренько прикачу. Так, антарктический упырит что-то новенькое. Ну, как и пингвин. Этот... О, тут рабочий срывает, это спасибо Араму. Так, нет, стрим сейчас... Ё-ма, опять дропы какие-то попёрли, да что ж такое-то? Ну, теперь главное, что вообще не дропает ни хрена меня из Battle.net. То, вот прикол сегодня, то работал стрим, а из Battle.net дропало, то наоборот. Вот он эти все ништяк, а просаживает с FPS. В чем прикол? В смысле, блин, битрейт. Перворожденные выстоят. Я извиняюсь сегодня, ребят. Какие-то технические трудности, короче, просто происходят. Но на записи должно все нормально, по идее, быть. Я не хочу стоп-стар делать, та запись просто не выложить будет тупо. Так, слежу за... Thank you.
исследование завершено. Так, ну ладно, тут Беллингбаст, ребят, идет. Давайте сейчас Беллингбаст посмотрим, а дальше я уж топ-стар сделаю, видимо. Продолжает Пингвин Гриз, просто нереально гигантское количество лингов идет вперед. Кибернетчику отменяет. Сейчас эпилом надо заминусать будет. Энергии 35 здесь скоро, еще будет энергия. Пилонами обстраивается, сейчас пытается обстроиться. Найс, у Найса, кстати, Даркшайн будет сейчас готов. Дарк на внешнюю сторону сейчас варфится. Он начинает резать этот Дарк, и все плохо здесь будет сейчас. Он вообще просто ноль стало. Не, Архона собаками не сгрызешь. Так, ладно.